Всем привет, с вами Безумный ТВ, и сегодня хочу рассказать вам о очень крутом чарте. Думаю, все знают программу Shazam, и не все знают о Shazam-чарте. Сейчас мы с вами рассмотрим, чем же он такой крутой. Прежде всего, здесь собраны все песни, все топы, которые шазамят. То есть, если вам понравилась какая-то песня, вы ее слышали и не успели зашазамить, но она у вас вот просто засела в голове, и вы хотите ее послушать, то заходите в этот чарт, и она 100% будет здесь в топах. Прежде всего, для себя я нашел свои песни, которые я слышал, но не успел зашазамить или не успел записать название. Ну, короче, думаю, всем понятна такая ситуация. Просто услышал песню, она засела в голове, и хотелось ее послушать или сберечь себе. Что я уже, кстати, и сделал. Сейчас я включу вам несколько песен, которые были у меня в голове, которые мне очень понравились. Их названия будут в описании под этим видео, а также ссылка на мою страницу ВКонтакте и Инстаграм. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк под этим видео. А также, если вам это видео помогло, или вы просто нашли свою любимую песню, то оставьте комментарий под этим видео и оставьте название песни, которую вы искали или которая вам очень нравится. Итак, поехали. Включаю песни, которые хотел послушать именно я. До конца слушать, конечно, мы же не будем, только часть, чтобы вы поняли, в общем, в чем суть. Название песни я оставлю в описании, и если вам они понравились, тоже можете послушать. Это, кстати, топ-100 чарт Украины. Есть также России и других стран. Есть даже международный, то есть общий, где что шазамят, и собирается вот такой вот топчик. Так, теперь вторая песня. И третья песня, которая очень-очень мне нравилась, я слышал ее в каком-то заведении, но тоже она как бы засела в голове, зашазамить, конечно же, я ее не успел. Потом слышал пару раз ее в такси в машине. В общем, слушайте вы. В общем, думаю, суть всем понятна. Здесь собраны песни, которые люди шазамят, и они выстраиваются в топ, то есть какую больше шазамят, она выходит на первое место и так далее. То есть думаю, что самые популярные песни здесь есть 100%. Если вам какая-то понравилась, вы можете зайти и найти свою популярную песню. Здесь вот можно выбрать мировой шазам чарт и покажет сразу уже песни мирового масштаба, которые все слушают. Если вам видео понравилось, обязательно подпишитесь на канал, в комментариях оставьте название песни, которую вы нашли или которую искали, а также подпишитесь на канал и поставьте лайк под этим видео. Всем спасибо за просмотр, с вами был Безумный ТВ, всем пока, до скорых встреч!